Привет всем, пришла посылочка. Пришла, правда, долговато. Почти 50 дней. Тут у нас получается ключик для спиц, для велосипеда. Хорошенький такой, блестященький. Тут получается 15, 10, 12, 14, 15, 11, 13. Так, тяжеленький. Купил этот ключик за доллар 14 центов. Посмотрим качество стали. Я тут уже тиранул пару раз напильничком. Напильник у меня хороший. Как видно, тут немножко чем покрыто получается, а под низом желтоватый металл. Не знаю, какой он получается у нас. То есть качество хорошее этой штучки, ключика. Мне нравится. Хороший ключик, мне понравился. Ниппель спицы цепляет хорошо. Вот у меня, допустим, на 14. Это получается очень плотно захватывает. А если перевернуть на другую сторону с надписью, то здесь получается чуть-чуть посвободнее. И получается, когда на быструю руку закручиваешь, собираешь на этом, допустим. А когда подтягиваешь, уже более плотно, чтобы не сорвать здесь четырехгранник. Тогда можно использовать 14, более плотное расстояние. Хороший ключик, мне понравился. Всем спасибо за внимание, спасибо, что смотрели. С вами был Жигулев Алексей, пока!